Dos Santul. Замах. Первое. Кулаки. Кулак должен быть перевернут. Часы к часам. А здесь вот неправильно. Согнута по всей длине. Раз. И она не разгибается. И еще и сгибается, когда второй удар идет. Она не сгибается. Она должна быть прямая. Тело подается вперед. Так она сгибается. Ровно таз в сторону, тело неровно. Чуть в сторону отклонилась. Она не должна отклоняться в сторону. Она должна быть развернута по 45 градусов. Отклонение должно быть. Широковато. Работа идет запястьем, а здесь не запястьем идет, а рукой работает. И во время выполнения на пунде йоптериги рука непонятно почему выше костяшки, на которой она должна находиться. Здесь рука не должна торчать. Она должна быть за линией корпуса. А она спереди. Вот опять она вылазит. Стопы параллельно друг другу. Здесь хорошо, наклон корпуса вперед, что неправильно. Рука должна быть на одной линии. Или перпендикулярно полу. И небольшое смещение произошло. Должен был вернуться обратно. Не вернулся.